Так, 12 января 2024 год. Афоризм дня на сегодня будет такой. Вальс – это когда ноги оттоптаны на три четверти. Написал я 29 октября этот афоризм 2011 года. Сказывается 7 лет музыкального образования по классу фортепиано. Купите рояль, и отношения с соседями заиграют по-новому. Что там у меня там еще было по поводу музыки? Нет смысла тратить время на познание себя, когда можно сыграть ночью на трубе и узнать все от соседей.